Как соединились пути русской журналистки и лидера татарской общины? Я занялся актуальнейшей темой проблемной ЖКХ. На этой почве мы как раз и познакомились 20 лет назад. Благодаря чему супругам с разным менталитетом удалось построить дружную семью. Никто никогда не диктовал мне, как себя вести, как выглядеть, что сказать. Если взаимопонимание есть, все остальное решаемо. Я считаю, что семью делает семьей любовь и доброта. Почему и Сабантуй, и Масленица вызывают у членов семьи теплые чувства? Ты хранишь в себе две культуры. Ты знаешь как одну сторону, так и другую. У тебя больше знаний, больше каких-то эмоций, каких-то чувств. Смотрите программу «Мамы и папы со всего света» 11 октября в 19:50 на телеканале «Самара ГИС».